Reverential Srinath, technically Swami Parmanandji Maharaj, and other spiritualists belonging to that Parmanand campus, director of the Institute, Sri Omanandi, other distinguished educationists, vice chancellors, my friends, colleagues, ladies and gentlemen. I am indeed proud that at the Parmanand campus we have been able to organize this 6th International Yoga Convention, and and make this even memorable and great. The first thing that comes to my mind, надо бабушке помочь, стул принести. The importance of yoga in the modern man. I've been at various places, various countries, and have come to this conclusion. Thank you. But as the time is flowing on, we need more and more universal education for love, peace, and integration of yoga. And integration of yoga as a part of the curriculum of the new educational society for the world peace. Universal values is absolutely necessary. Много выступлений, много слов. А мы, ребята, давайте просто пройдемся и посмотрим, что у нас здесь будет сегодня хорошего. А сегодня у нас здесь будет хорошая еда. Уличная еда, которую мы сегодня обязательно попробуем. Сегодня здесь будет вкусная еда, которую мы с вами попробуем. Вот это вот, ребята, какой-то, видите, такой огромный... жареный потом. В общем, я потом вам обязательно расскажу. Это очень такая вкусная штука. А мы сейчас пойдем сюда, посмотрим, что здесь происходит. Здесь литература. Важная литература. Hello. Литература. तो उसको अपन राइट करते जाएंगे एक दो हां दो पन्नों के गैप से हां है ना разные вкусности продаются и какие-то горшки сделанные по непонятной технологии древнейшей технологии йодированная соль и импотенция. Вот, ребята, знаете. Hello, what's going on? They are all organic. Organic? Health, organic, Ayurvedic. Yeah, ребята, Ayurvedic, organic. Наконец-таки мы попали туда, куда нужно. This is made of aloe vera and one vegetable. This is for an example to give that this is chemicalized. They are chemical. And they are, yeah. А там нету химиков. Хорошо. For yeah, the most life personality of Parmanand. Yeah, that's great. Thank you. Мы идем дальше. Really good stuff. Ребята, кто хочет работать с кундалини, пожалуйста, подходите. Ну, не только с кундалини, но вот это вот точно кундалини. Всякие различные штучки, полезности, вкусности. Мы обязательно пройдем и все это с вами попробуем, ребята. И потом... я вам расскажу, какое все это на вкус. Но пока люди вот только-только собираются. Очень много детей. Тут прямо, я так понимаю, прям школы приехали сюда. Детвору. Детвору кормят чем-то вкусным. Пойдем и мы перекусим чего-нибудь вкусненького. Давайте. Вот. И дальше будем участвовать
в этом великолепном событии под названием йога-фестиваль. Пока. С вами Перч из йога-фестиваля. Идет пересчет детей, идет пересчет детей, идет великолепный человек, дети кушают. Все, все. С вами пока-пока.